большой сети. Сегодня я поменяю свой стиль. Опять напишешь, что вроде скучаю. Сегодня наша деревня отмечает день рождения деревни, жителей деревни. 304 года в деревне исполнилось. Ну, конечно, еще не все собрались. Постепенно люди сейчас будут собираться. На этот раз это точно конец. Ну, у нас так-то, по идее, деревня большая, тут не все. Не все здесь. Очень многих не хватает. Ну, я не знаю, либо придут, либо нет. Ну, как бы всех приглашали. Каждый в курсе, живущий, жилец нашей деревни, деревня Китовский район, Галкина 2. Каждый жилец был в курсе того, что сегодня день рождения нашей деревни. Идет подготовка стола. Скоро начнется концерт, выступление, как бы хорошее настроение, так что я хочу начинать снимать сначала, как все произошло, как это все торжество проходит.
а не то, что во время торжества. Чтобы вы прям увидели все изначально, с самого начала. Идет подготовка стола. Я тут встала в сторонку, чтобы всех видно было, чтобы все снимать, чтобы весь обзор был прямо вот в экране. Вот так вот. Настена! Один, два, раз, два.
раз-два. Здравствуйте, дорогие односельчане! И снова мы с вами собрались, чтобы вместе отпраздновать наш праздник. Сегодня мы с вами празднуем 300 лет деревни Галкино. А между... Немножко краткая история. Между 1720 годом и 1730 заселилась территория между Тоболом и Старицей Кривой, назвали ее деревня Галкино. Поэтому нам сегодня, мы считаем, 300 лет. Поздравляю! Сегодняшний праздник мы проводим в непростое для России время. Защищать отчизну и свою малую родину – одно из главных предназначений мужчины. Наши сыновья, отцы и братья вновь вступили в бой с фашистской нечистью. Мы гордимся вами, молимся за вас и очень ждем домой. Знайте, что все мы с вами – матери, жены, сестры. Помните, у вас надежный тыл. Мы верим в победу. Стали опорой России, светлой надеждой страны, умной и доброй силой Родины нашей, сыны. Чтоб не погиб ты на войне.
Бабушка горевала. Браво! Молодец! Прошу всех встать и минутой молчания почтить память наших героев. Спасибо вам всем за неравнодушные сердца, за ваше участие. А сейчас, с вашего позволения, продолжим наш праздник. Я хочу вас поздравить и большим стихотворением, которое созвучно с нашим праздником, с нашим настроением, с нашими душами и, наверное, с нашим возрастом. Август, копейная пена, небо из темного шелка, хочется слушать Шопена, яблоко резать на дольки, хочется жить среди кедров в маленьком доме из бруса, утро любить за щедрость, ночь за жемчужные бусы, руки испачкать в песте, ставить в духовку шарлотку и задержать лет на 200. Этот момент короткий. Вырастить георгины, в сад распахнуть свои окна и без особой причины в платьях ходить света охры. Солнце вплетать в основу, всюду носить с собой лето, быть для кого-то родного музыкой, небом и светом. Еще раз поздравляю вас с праздником. А сейчас... Я предоставляю слово для поздравления депутату Титовской муниципальной думы Карташову Александру Васильевичу. Темно получается. Добрый день, дорогие жители Белкина, наши соседи. Я от всей души поздравляю вас от имени нашей окружной думы с этим замечательным юбилеем. Пожелать вам счастья, здоровья, семейного благополучия, любви. Это прекрасная сегодняшняя погода как раз сопутствует проведению такого мероприятия. Мы недавно тоже отпраздновали юбилей Тагиринки, 335 лет было у нас, тоже значимое событие. Еще раз вас с праздником. Ну и маленькая информация такая для всех. Раз я вот здесь у вас сегодня. Значит, по дороге. Подеринский сельсовет, как такового, сейчас его нету. У нас теперь головное отделение в Калташово. Ну это для информации, для общих, вдруг что-то надо будет куда-то. Значит, у нас в Подеринке теперь сидит старший специалист, вот, который... Все принимает и все передает, и все полномочия там более-менее какие-то она имеет. И, так что, если какие-то проблемы, обращайтесь, можете обращаться в сельсовет. Он также там же и находится, и она также и работает с утра до вечера. Девочка. Еще раз вас с праздником. Счастья, здоровья. Слово для поздравления предоставляется председателю Общественного совета Комитета по делам архива Иноземцеву Александру Юрьевичу. Уважаемые односельчане, уважаемые участники нашего юбилейного мероприятия, уважаемые гости нашего праздника. Я здесь не в силу своего служебного статуса, хотя он не служебный, а общественный, скорее, как представили меня. Я на пенсии, свободное от пенсии время. Я
в отдельные дни занимаюсь общественной деятельностью, в том числе вот в общественном совете по делам архивов Курганской области. Ну и член городского Курганского совета ветеранов. В этот день приятно видеть неравнодушные лица. В этот день приятно осознавать, что это потомки тех, кто много-много лет назад, цифры сегодня называли, пришел сюда, спустившись с Уральских гор, как один мудрый писатель написал, с топором и иконой. С топором – это созидание, икона – это вера. Вот с этим настроем сюда пришли люди. Немножко раньше, что называется, вахтовым методом эту территорию осваивали, потому что, судя по архивным данным, еще в 1711 году отряд казаков по Тоболу спускался из Елутеровска для того, чтобы вот тут вот немножко орда расшалилась, надо было навести порядок. А мы сейчас говорим о том времени, когда люди стали жить здесь постоянно. Нужен был хлеб для того, чтобы осваивать Сибирь, пройти этот путь от Уральских гор до Тихого океана. Первая зимовка Ермака показала, что без хлеба ну никак нельзя. Поэтому первые поселения появились, прикрывшись речными рубежами по Таре, по Исети, по Миасу, чтобы вода, водные преграды прикрывали. А эта сторона считалась дикой. Правый берег Тобола, гиблое место. И вот наши предки освоили этот край. Они своим трудом, своими трудовыми достижениями во всех сферах тогдашнего народного хозяйства этот край подняли, поставили села, родили детей, стали на защиту Отечества. Я с удовольствием смотрю на мемориальную доску, посвященную формированию в начале Великой Отечественной войны полка стрелкового 369-й стрелковой дивизии. Какой подвиг совершили предки наши, когда снабдили продовольствием, накормили, приютили на период формирования полка и всей дивизии красноармейцев. Представьте себе ситуацию, дивизия 14 с лишним тысяч человек, это по штату. Не хватало примерно 50-70 человек до полного штата. Эту дивизию нужно было кормить. Мы часто говорим о подвиге Кургана как промышленного центра. Но мало говорим о том, что для того, чтобы эти подвиги трудовые совершать на производстве, нужно было получить продовольствие. С конца сентября началось формирование дивизии, а хлеба не было, потому что урожай под немцами собрать не могли. Урожай собирали здесь, на Урале, в Оренбурге, в Алтайском крае, в Омской области и так далее. Вся нагрузка легла вот на эту территорию, на людей, которые здесь жили. А кто здесь к тому времени остался? Последний призыв 22-го года ушел во второй половине лета 41-го года. В сентябре, в октябре ребят моложе 22-го, остались ребята моложе 22-го года. И то не все. Кого-то, кто имел образование, призвали в Красную армию. Остались женщины. Проблемы с лошадьми. Показывают фотографии, они в архивах сейчас есть. Женщины пашут на коровах. Лошадей всех собрали, остались увечные доколечные лошади. Дивизия формировалась до 11 ноября 1941 года. Дивизия погрузилась в эшелоны в период с 11 по 14 ноября и ушла маршевыми такими эшелонами, порядка 19, по разным историки говорят, эшелонов было запланировано под дивизию. Без техники, без вооружения, по ходу движения уже получали какую-то технику, какое-то вооружение. Пишут историки, с восьмью винтовками рота ушла. Но
Это понятно, не потому что винтовок не было. А где здесь в Подеринке 1000 винтовок хранить? Учебные винтовки – это одно, а боевые винтовки для несения караульной службы и вон там для стрельбы по мишеням. Этого хватало. Но самое главное другое. Помимо того, что здесь была сформирована дивизия, в том числе и старших возрастов Подеринского сельсовета. Вот. Проблема в том, что нужно было этих людей накормить. 12 суток пути, продовольствие на 12 суток. Дивизия ушла, воевала хорошо. А люди, которые здесь работали, обеспечивали всем необходимым продовольствием, и не только, всеми ресурсами, которые здесь была возможность собрать. Я обращаюсь ко всем присутствующим здесь. В архивах очень мало материала. Практически несколько фотографий, которые касаются этого периода истории Курганской области, ну и, естественно, истории многих населенных пунктов. Пожалуйста, посмотрите архивы своих родителей, бабушек, дедушек, предков, для того, чтобы можно было вот собрать все эти материалы, чтобы ни одно имя не забылось, чтобы то, что делали люди на этой земле, осталось в памяти. Мы сейчас с городским советом ветеранов работаем над большим блоком статей и материалов, называется «Курган военный». Примите участие в этой работе, я к вам обращаюсь. Если какие-то нужны консультации, мои координаты имеются, мы можем с вами собрать все, что необходимо, и фотографии, и фамилии, и какие-то истории, воспоминания какие-то, для того, чтобы это сохранить. Сохранить для тех, кто вот сейчас маленькие, бегают, суетятся. Это для них важно. И для нас. И как память. И как слава нашего места. И как достойный ответ всему тому, с чего начиналось наше мероприятие. Люди, не знающие своей истории, не смогут по-настоящему защищать ту землю, которая их родила, скормила, дала образование. Дала все для мирной жизни. Но эта мирная жизнь, к сожалению, вот так развернулась. Поздравляю всех односельчан, соседей с праздником. Желаю всем доброго здоровья. А нашему населенному пункту дальнейшего процветания и развития. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Можно убавить чуть-чуть микрофон и всем-всем добрый день. Убавить, не добавить, убавить еще можно убавить. О, я смотрю, у тебя хорошее настроение. У меня всегда хорошее настроение, могу поделиться секретом. Интересно, интересно, поделись. Просто нужно составить рецепт хорошего настроения. Так сказать, изобрести новое блюдо. Для начала нам нужно создать праздничную атмосферу. Ничего нет проще. Фанфары и громкие аплодисменты подойдут? Ну, думаю, что подойдут. Тогда прошу фанфары. А теперь аплодисменты зрителей. У нас сегодня собрались замечательные, добрые зрители. Красивые женщины, симпатичные девчонки, строгие и мужественные мужчины. И мы сейчас проверим, кто же громче и дружнее хлопает, правая или левая половина. Да? Итак, сейчас аплодируют зрители слева. Аплодируют зрители слева. Как-то вы не дружно аплодируете. Громче, еще громче, громче, громче. Теперь аплодируют зрители справа. Молодцы! Не подключайте зрители слева. Молодцы, зрители справа. Ну, думаю, что когда на сцену выйдут наши артисты, вы сделаете это еще громче, верно? Да. Итак, ну как-то вы не уверенно говорите. Да. Вот, молодцы. Итак, для вас поет Виктор Смородинин.
в небесной глубине растворюсь. Пусть не сбудутся мечты, все же Богу помолюсь. Я о том, чтоб стала вечною ты. Пусть не сбудутся мечты, все же Богу помолюсь. Я о том, чтоб стала вечною ты. Надо было сразу. Ну, я так думаю, нужно что-то. Ой, Господи, какие эти, да? Красочно. Похоже на волшебную сказку. Похоже на волшебную сказку. Конечно, ведь любовь – это сказка. А в ней по два героя. Встречайте, для вас поют Марина Родина и Виктор Смородина. Давайте танцевать! Че сидим-то? Shut up!
Слова, слова для наших женщин. Нет на свете человека добрее и ласковее, чем женщина. Понятно. Женщина – хранительница домашнего очага. Вместе с ней к нам приходит чувство защищенности от житейских бед, чувство радости и покоя. Встречайте, для вас танцует Любовь Тихонова. Обладательница гран-при, лауреат первой и второй степени международных конкурсов и фестивалей. Встречайте, Каролина Рычагова, 7 лет. Если много добра.
Почему я одна на сцене? Вы не видели мою помощницу? Алло! Видели? Я здесь. Я собираю приветы нашего рецепта. Приветы собираю. Приветы раздаю. Приветы сочиняю. Их просто обожаю. Нет, Настя, так не пойдет. Я вот, например, люблю шумные приветы. Ну, давай шумные. Поэтому пусть они будут такими. Итак, сейчас 3 раза хлопаем. 3 раза. Все умеют считать до 3? Итак, приготовились. 1, 2, 3. Теперь 3 раза топаем. 1, 2, 3. А теперь кричим «Лови!» «Лови!» Такие все скучные. Вам грустно? И не убегайте, старайтесь. А, не выпили еще. Ладно, давайте сейчас исправим. Для начала сделаем приветы, а потом выпьем, хорошо? Итак, тогда будем кричать «Не лови, а выпьем», хорошо? Так будет веселее. Итак, приготовились. 3 раза хлопаем. 1, 2, 3. 3 раза топаем. 1, 2, 3. А теперь кричим «Выпиваем!» Вот, смотрю, сразу настроение поднялось. Молодцы. Наш рецепт пополнился вашими шумными приветами. А наши артисты с нетерпением ждут возможности подарить вам массу приятных впечатлений и эмоций, которые так нужны для хорошего настроения и для праздника. Для вас поет Виктор Смородинин. Нет, ты... Браво! Чашу меда дикого за Сибирь великую. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового. Чем ты хочешь закуситься, моя родина Сибирь? Необъятно велика, как жених, как богатырь, как невеста ягодка, моя родина Сибирь. Необъятно велика, как жених, так богатырь, как невеста ягодка. Малахиты плати на колесо дремучие, лишь бы брали правильно и Сибирь не мучили. И под руку пустится братиной искусница со стола кедрового. Чем ты хочешь закуситься, моя родина Сибирь? Необъятно велика, как жених, так богатырь, как невеста ягодка, моя родина Сибирь. Необъятно велика, как жених, так богатырь, как невеста ягодка. Мать моя медведица, дом Сибирь бескрайняя, только бы в метелицу шатуна не ранили. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового. Чем ты хочешь закуситься, моя родина Сибирь? Необъятно велика, как жених, так богатырь, как невеста ягодка, моя родина Сибирь. Необъятно велика, как жених, так богатырь, как невеста ягодка. Поднимем первую, дай Бог, не последнюю.
нашу меда дикого за Сибирь великую. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового. Чем ты хочешь закуситься, моя родина Сибирь, необъятна велика, как жених, так богатырь, а как невеста ягодка, моя родина Сибирь, необъятна велика, как жених, так богатырь, а как невеста ягодка. Рычагова. О, красоточка, красотка! Звезда Галкинская, звезда будущего Галкинская. Рисую на окне, почти такой, как наш. Я рисую на окне, акварелью и гуашь. Обороты. Артисты работают с настроением, а благодарные зрители от души аплодируют. Девушки радуются, мужчины улыбаются. Я надеюсь, ты не забыла, что мы сегодня занимаемся разработкой рецепта. Хорошего настроения для наших гостей. Конечно же, я об этом помню. И чтобы наше блюдо было привлекательным для зрителей, обязательно нужно добавить капельку веселья. Да, правильно. Ведь веселье и хорошее настроение – это одно и то же. Не проблема, мы можем добавить капельку не одну, а сразу несколько. Для вас поет Виктор Смородинин. Ура! Ну, немножко погрустим, а тут все веселое-веселое песня. Дети вспомнят своих родителей, родителям остается ждать. Thank you.
И с друзьями да, не да, не беда. На колодце да, вкуснее вода. До земли. Приезжайте, все ставим вдали, поклониться старикам до земли. Сто дорог у нас домой лишь одна. Ты вернешься в дом, а там тишина. Старушка чья-то скажет, упрёк. Опоздал, опоздал на денёк. Позвоните, позвоните домой. Вспоминайте старый домик родной. Приезжайте, всё ставим вдали. До земли. Приезжайте, все ставим вдали. Поклониться старикам до земли. Возьму-ка я гармошку свою, вам сыграю, старики, и спою. Эх, возьму-ка я гармошку свою, вам сыграю, старики, и спою. Никогда не будем ссориться с тобой, потом.
перины до подушки распушу, и с тобою рядом тихо посяжу. Никого к тебе я близко не пущу. Ты меня за все прости, и я прощу. Односельчане практически, да? Я уже уезжаю, так что последние песни немножко не попали. Печально. Как раз на посошок. Конец,
пассажок. Спасибо, благодарю всех. И браво! Не узнать.
Каролина Рычагова. Вика, мама, где? Здесь звучат аплодисменты. Громкие, громкие. Ну что, вот теперь все. Рецепт готов. И больше никаких нареканий. Конечно, посмотри в зал. Сколько улыбок сияет на лицах наших гостей. А значит, мы достигли своей цели и создали рецепт хорошего настроения. Ура! Ну что, сейчас еще немножечко потанцуем. Проблемы. Мужчины приглашайте дам, дамы приглашайте несмелых кавалеров. А счастливы были вы. Все проходит, но любовь у меня была красивая. И я хочу, пусть вам повезет в любви. И я хочу, пусть вам повезет в любви. Придет вам праздник, который ждете вы. И тогда уйдет зима, и наступит лето красное. И я хочу, пусть вам повезет в любви. И я хочу, пусть вам повезет в любви. Но любовь теряя боялся жить. Все, кто по жизни не научился плыть. Все, кто попал под пули людской молвы. Я вам пою, пусть вам повезет в любви. Браво, молодец! Всем, кто танцевал. Давай, утащила его. Сейчас все будем пускать. Давайте, давайте, пробуем.
Если грустно и тревожно, если скучно и дымно, озарить улыбкой можно все глухие уголки. Ну-ка, взрослые и дети, улыбнитесь поскорей, чтобы стало на планете и теплей, и веселей. Наша концертная программа подошла к концу. Мы не говорим вам «до свидания», мы говорим вам «до новых встреч». Спасибо, молодцы девчонки, вы супер! Сейчас мы хотели предоставить слово Татьяне Васильевне. Надежде Тимофеевне. Включите нам отбивочку, пожалуйста. Ла-ла, ла-ла-ла, может, кто еще потанцует? А вы пока общайтесь, пока приготавливают все, что нужно. Наслаждайтесь красивой отбивкой. Молодец! Благодарственным письмом награждаются Махов Николай Николаевич и Махова Ольга Павловна, жители деревни Галкино II. Сердечно благодарят вас за хорошее воспитание сына Евгения, который является достойным примером для окружающих. Роль мужчины в современном мире велика, и сегодня именно они стоят на страже интересов государства, мира и благополучия граждан. И ваш сын является тому достойным примером. Пользуясь возможностью, позвольте выразить наше уважение за воспитание сына и пожелать вам и вашим близким здоровья, мирного неба, добра, благополучия. Староста деревни Галкино II, РАУ. Благодарственное письмо вручается Махову Александру Николаевичу и Маховой Елене Леонидовне. Жители деревни Галкино II сердечно благодарят вас за хорошее воспитание сыновей Ильи и Никиты, которые являются достойным примером для окружающих. Роль мужчины в современном мире велика, и сегодня именно они стоят на страже интересов и государства, мира и благополучия граждан. И ваши сыновья являются тому достойным примером. Пользуясь возможностью, позвольте выразить наше уважение за воспитание сыновей и пожелать вам и вашим близким здоровья, мирного неба, добра и благополучия. Благодарственное письмо вручается Куршукову Сергею Викторовичу. Выражаем вам благодарность за активное участие в общественной жизни деревни Галкино II, помощь в решении актуальных вопросов населения, реализацию мероприятий на территории деревни. Сергей Викторович. Да-да-да. Сам себе не похлопаешь, никто не похлопает. Благодарственное письмо вручается Кудинову Константину Валерьевичу за высокий профессионализм, милосердие, ответственное отношение к врачебному долгу. Примите самую искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд. Браво! Спасибо! Благодарственное письмо вручается по Деревенскому сельскому дому культуры за плодотворное сотрудничество и бескорыстную помощь в организации культурно-досуговой деятельности деревни Галкино II и в связи с проведением праздника День деревни. Желаем вам мира, добра, благополучия в вашем доме, удачи, радости и успехов в ваших начинаниях, любви и гармонии в семье. Спасибо!
благодарственное письмо вручается Лисовскому Виктору Федоровичу. Выражаем вам благодарность за активное участие в общественной жизни деревни Галкино Второе, помощь в решении актуальных вопросов населения, реализацию мероприятий на территории деревни. Виктор Федорович, Галина Петровна, примите, пожалуйста, за мужа благодарственное письмо. Спасибо! Благодарственное письмо вручается Никифорову Виктору Сергеевичу. Выражаем вам благодарность за активное участие в общественной деятельности, в общественной жизни деревни Галкино Второе, помощь в решении актуальных вопросов населения, реализацию мероприятий на территории деревни. Ну, а спасибо! Что нам вручаем? Они передадут поближе к ночи. Уважаемый Гляделов Николай Александрович, вручаем вам благодарственное письмо. Выражаем вам благодарность за активное участие в общественной жизни деревни Галкино Второе, помощь в решении актуальных вопросов населения, реализацию мероприятий на территории деревни. Спасибо! Уважаемый Орешников Станислав Эдуардович, вручается благодарственное письмо за активную общественную работу. Уважаемый Шмаков Олег Сергеевич, вручаем вам благодарственное письмо. Выражаем благодарность за активное участие в общественной жизни деревни Галкино Второе, помощь в решении актуальных вопросов населения, реализацию мероприятий на территории деревни, за активную помощь в тушении пожаров. Некому получить? Шмакова Олег. Кто живет рядом? Возьмите, приходите. Да потом переладим. Уважаемая Гасанова Зинаида Князевна. Да, да, я здесь. Вам благодарственное письмо. Выражаем вам благодарность за активное участие в общественной жизни деревни. Помощь в решении актуальных вопросов населения, реализацию мероприятий на территории деревни. Помощь в обеспечении питания пожарных при тушении пожаров. Проблем ноль. Спасибо, дорогая. Уважаемая Маслова Любовь Ивановна, вручаем вам благодарственное письмо за участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, значимых для деревни Галкино Второе. Активно. Браво! Ура! У девочек вторая молодость. Вот-вот. Татьяне Васильевне за участие в организации проведения культурно-массовых мероприятий, значимых для деревни Галкино Второе, активную общественную деятельность. Браво! За доверие. Спасибо. Уважаемая Пяткина Надежда Тимофеевна, вручаем вам благодарственное письмо за участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, значимых для деревни Галкино Второе, активную общественную деятельность, за ее красивые, необыкновенно красивые букеты. Да-да-да! За ее всегда хорошее настроение. Ура! Благодарственное письмо вручаем пока Проказниковой Инне Владиславовне за участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, значимых для деревни Галкино Второе, активную общественную деятельность. За мою жизнь первый раз мне грамоты подарили. Жизнь такого еще не было, правда. Девочки, потом в Ютубе на себя посмотрите, красотки. Да, вы что думали? У меня же 22 с лишним тысяч подписчиков. Да, конечно. Все снимают, добавляют, почему бы не? Чем вы хуже, девочка, да вы красотки. Тогда мы выпьем за ее здоровье. Я уже 1:30 снимаю. Минут, прикинь. Я не знаю, насколько у меня памяти хватит. Пока мне не скажут стоп, я буду снимать. За активное участие в празднике, посвященному дню деревни Галкино Второе. Это наши продавцы. Ура! Спасибо вам. Все? Дипломом
от жителей деревни Галкино Второе награждается Рычагова Каролина за активность. Ой, красотка маленькая! Браво! Галкино Второе. Молодец! Спасибо тебе, крошечка. Спасибо. Ты нам доставила массу удовольствия, массу хороших эмоций. Спасибо, дорогая. Ну что, уважаемые гости, у вас хорошее настроение? Да! Нет, я вас не слышу, у вас хорошее настроение? Да-да-да! Да? Ну здорово. Я, в общем, решила, что нужно с вами немножечко поразвлекаться. Вы любите вообще развлекаться? Да! Я вот слышу, тебя как зовут? Как тебя зовут? Арина. Вот я только слышу Арину, как кричит «Да!» Только Арина, видимо, будет со мной сегодня развлекаться. Любите развлекаться? Да! А праздники любите? Ну что ж, давайте тогда с вами немножечко сперва разомнемся. Итак, смотрите, я буду называть вам сказку «Перевертыш». Сказку «Перевертыш». Вам нужно узнать, что это за сказка. Итак, первое. Кикимора под арбузом. Сказка «Перевертыш». Кикимора под арбузом. Принцесса на горошине. Правильно, принцесса на горошине. Итак, пес. Слушаем следующее. Пес, пес в рукавицах. Правильно, кот в сапогах. Итак, одетый нищий. Капуста. Голый богатый, блядь. Вот голый, только не голый, голый король, правильно. Итак, медный цыпленок. Нет. Медный — это наоборот. Медный цыпленок. Гадкий цыпленок. Нет. Гадкий утенок. Нет, 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 нет. Золотой. Теленок. Граммофон. Га-га-га-га-га-га. Правильно, золотой гусь. О, Господи, как-то я не угадала. Кубик Рубика. Кубик Рубика. Наоборот, сказка «Перевертыш». Правильно, колобок. Итак, зеленый ботинок. То есть зеленый — это не зеленый, ботинок — это не ботинок. Зеленый ботинок. Правильно, Каролина. Красная, молодец, шапочка. Красавица, молодец, угадала. Итак, ржавый замочек. Золотой ключик, молодцы. Усопший толстяк. Я где-то слышу правильный ответ. Да, бодрствуй, худышка, живые мертвецы. Есть такая сказка? Есть, есть. Я сказка. Усопший толстяк. Кто-то говорил? Нет, усопший, он, кто говорит, вот Кощей Бессмертный, правильно. Можете себе поаплодировать, вы знаете почти все сказки. Итак, смотрите, а среди вас есть артистичные люди? Есть артистичные? Сейчас мне нужно 5 артистичных человек. Вот кто желает, выходите, 5 артистичных. Вот Каролина есть еще. Сейчас будем знакомиться. Еще 3 человека. Можно взрослых? Вот девочка идет маленькая. Айда, айда. Не знаешь, что под что подписываешься. Еще мне нужно 2 человека. Ну пойдемте, все легко и просто. Не, давайте еще 2 взрослых. Давайте 2 взрослых. Валя, Валентина, выходи. Пойдемте. И еще 1. Можно мужчину. Вот у нас иногда побеждают мужчины. Ну пойдемте, кто еще? Ну один, ну артистичный, 1, ну еще 1. Давай вот этого возьмем, давай возьмем. Ну что, давайте для начала, вы стараетесь так красиво в одну линейку? Будем сейчас с вами знакомиться. В одну линейку, Кристина, в одну. Девочка, стой, в одну линейку. Ну вы как-то встали, там у нас попа и... Давайте как-нибудь прям... полукругом, например, да, вот так. Давайте познакомимся. С Каролиной мы уже знакомы. Поаплодируйте Каролине. Давай познакомимся с тобой. Тебя как зовут? Влада. Влада, правильно? Владе аплодисменты. Девочка, вас как зовут? Маше аплодисменты. Светлане аплодисменты. Да не жалейте своих эмоций, когда вы еще поаплодируете столько. Вот-вот. Сергей, Сергею аплодисменты. Смотрите, все легко и просто. Я буду проверять вас на артистизм. Сейчас я вам дам название песни. У каждого будет свое название песни. В
вам нужно без слов, только мимикой, жестами, головой, руками, ногами, всеми частями тела, кроме рта, объяснить зрителям, что это за песня, и они должны ее угадать. Соответственно, если не угадывают, то вы... Не, у нас нет проигравших. Вы выигрываете, но не в этом конкурсе. Ну что, готовы? Так, сейчас мне нужно раздать так песни, которые вы, к примеру, знаете. Каролин, я тебе такую не дам. Вот тебе, Маша. Маша, правильно? Так, Маша, у тебя такая будет песня. Каролина, у тебя будет вот эта песня. Знаешь такую песню? Мужики, вот и все за спинами женщин. Да. Женщин, женщин, а такого женщин надо вперед пропускать. Ну, ты меня сегодня с тачкой еще приглашала. Добить играла, советовал. Значит, одиннадцатый раз одна дама выходит замуж. Одиннадцатый в ЗАГСе, ее спрашивают. Ну, к примеру, Мария Петровна. В одиннадцатый раз не надоело. Она говорит, зато я... 10 Давай, Каролина, мы попросим помощи бабушки. Бабушка с тобой подскажет, что тебе сделать. Будете делать вместе. Зови с собой взрослого человека. Ваша Светлана песня. Сергей, ваша песня. У вас есть ровно одна минута приготовить песню. Есть уже те, кто готов? Светлана готова. Итак, приветствуем Светлану. Косила ящика, мне что такое. Кто-то с горочки спустился. Правильно, вот кто-то с горочки спустился. Светлана, я у вас забираю листочек, оставайтесь с нами. Кто следующий будет? Маша? Давай, Маша. Напилась я пьяна. Правильно, напилась я пьяна. Следующий, Каролина, давай. Без слов. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Правильно, вдруг как в сказке скрипнула дверь. Молодец. Ты, Лада, готова? Давай. Так, листочек, давай я у тебя заберу, тут у тебя уже все слова выглядывают. Восточные сказки. Нет, еще. Фаина, Фаина. Нет, не Фаина, Фаина. Танцуй пока на ладони. Шипни маленько. Нет, нельзя шипнуть. Нет, тишина. Нельзя жалеть. Ты напой, не шипни. Нет, нельзя напеть. Ну что, не догадываетесь? Нет. Есть еще варианты. Раз. Сдаемся. Два. Лада, еще раз. Три. И Лада, покажи еще раз. Мама, покажи с ней. Бабушка, покажи. Давай. Твой выход. Так, какая музыка нас связала? Элла, мы провожаем громкими аплодисментами и дарим ей поощрительный подарок. Спасибо, Элладе. Громче аплодисменты, не жалейте своих эмоций. Итак, ну что, Сергей, готовы? Я уже сама забыла, что у вас за песня. Готовы? Есть варианты. Правильно, не кочегары, мы не плотники. Так, Маша, дитё, Альда с дитём. Так, ну что, пошли по второму кругу. Маша, я сейчас тебе выберу песню. Так, давай, Машенька, эта песня ваша. Бабушка Каролине, конечно. Песню. Ну что, готовы?
Начинаем также со Светланы. Итак, Светлана, ваш выход. Есть варианты. Бабушки рядышком. Тишина. Никаких не должно быть слов. Нет. Тишина. Рот не открываем. Всеми частями тела, кроме рта. Правильно. Стоят девчонки, стоят в сторонке. Итак, Маша, готова? Твой выход. Встречаем Маша! Маш, я думаю, тебе будет сложно показать эту песню с ребенком. Давай. Отойди, не видно артистку. Кручу-верчу, обмануть хочу. Не такая песня. Есть варианты. Мешает. Ну, что ей делать с ребенком, только и мешает. Кашу варит, ну. Соль всыпит. Нет. Ну что, раз. Еще показывай. Пока я считаю до пяти, показывай. Ну, а я что сделаю, Маш? Доля твоя такая. Раз. Все. Поставь ребенка. Не надо, пусть она нормально кашеварит с ним. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп, вариантов нет, Маша. Какая у вас была песня? Провожаем аплодисментами и дарим ей поощрительный подарок. Ну что, Каролина, звезда, готова? Прошу. А я не знаю. Я там не была. Каролина, ротик не открываем, не поем песню. Бабушка не поет. Бабушка не поет. Сейчас она у меня нормальная. Что-то там. А я иду такая вся дольчика. Не, не бегут. Ну там почти бегут, но не бегут. Плывут. Где? Где-то на белом свете. Там, где всегда мороз. Нет, это не та песня. Бабушка не поет, ротик. Еще плывет. Бежит. Ручей. Да бабушка, да не... Молодец! Ручей, бабушка поет, я прям слышу. Молодец, Каролина. Ну что, Сергей? Не-не-не. Что, что ли? Непередаваемое. Сергея мы провожаем аплодисментами и дарим ему подарок. Ну, у Сергея была песня «Ой, Калина, ой, малина, в речке талая вода». Ты скажи, скажи, кто-то там малина, как попала ты... А, Калина ли, как попала ты сюда? Ну что? Готовы звезды? Пока бабушка поет, у нас Светлана с Каролиной готовятся. Ну что, Светлана, готовы? А есть те, кто поддерживает Светлану? Да! А есть те, кто поддерживает Каролину? А есть те, кто поддерживает меня? До свидания, Светлана с Каролиной, выигрываю я. Ну что, Светлана, давайте. Тебе. А я танцую вся в Дольче Габбана, нет? Нет, у нас старые песни, а главное. Мы не знаем молодежных. Легкой джазовой походкой. Ну, я знаю, что не та песня. Не путай тогда нас. Выйду ли на улицу, гляну на село. Не, не гуляется. Мне весело. Ну что, считаем. Раз. Светлана, не поем. Не надо петь. Нам надо выбрать победителя. Два.
Смотри, есть еще варианты? Королева. Нет, не королева красоты. Светлана, какая у вас была песня? А я милого узнаю по походке. Он носит брюки до галифе. А шляпу он носит на панаму. Ботиночки он носит на реман. Молодец! Светлана, Светлана, вы не проиграли. Вы победили, только не в этом конкурсе. Возьмите поощрительный приз. Каролин, у тебя сейчас есть возможность стать победителем, либо стать победителем. Ну, в общем, я думаю, что она в любом случае выиграла. Но давай все равно покажем песню. Покажем? Какую? А ты что тут стоишь? Я уже забыла, какая у тебя песня. А мне хоть покажи. О, я сама не знаю, как ее показать. Ну, давай попробуем, ладно? Ну, все, наблюдайте за Каролиной. Ну, знаете, что она все равно уже выиграла. Выпила. Бабушка, показывайте вместе. Да, бабушка, да не ойкай. Да, бабушка. Что-то замахнула. Бабушка прям вам всю песню уже спела. А вы даже не услышали. Есть варианты? Дайте я дам бабушке микрофон, а он скажет, что была за песня. Ой, напрасно тетя вы, лекарство пьете, и смотрите в окно. Тетя на работе или с кем-нибудь в кино. Браво! Молодцы! Молодцы! Я считаю, что у нас были все, кто участвовал в этом конкурсе, артистичными. Бабушка с Каролиной были самые артистичные. Поэтому аплодисменты и подарок. Ну что, будем продолжать? Да. Вы устали? Нет, говорят где-то там далеко. Нет. А вообще, знаете, а есть те, кто любит готовить? Я не ревня любит готовить. Сам по себе. Каждый вечер. Ну так есть те, кто любит готовить? Давайте сделаем так. Мне нужно три взрослых девушки-женщины. Три. Люба, давай! Пойдемте. Вот, пойдемте, Татьяна Васильевна, еще кто? Пойдем, Светлана, пойдемте. Пойдемте, Светлана. Вот Светлана и Маша, пойдемте. Ну, конечно. Чего вам сидеть-то зря? Так хоть походите, подвигаетесь, да? Ну что, мы со всеми, в общем, знакомы. Маша, Татьяна и Светлана. Аплодисменты им. Опять не знают, под что подписываются. Ну да ладно. Нет, мне сперва вот эти вот три штучки. Вот, а к обеду там подтягивают. Ну что, готовы? Смотрите, так как вы все девушки, женщины, вы все умеете готовить, правильно? Наверное. Ну, я тоже не всегда думаю, что я умею готовить. Смотрите, я не буду вам раздавать листочки, я вам просто скажу, у вас есть буква Б. Правильно, буква Б. Сейчас вам нужно по очередности назвать блюдо, которое начинается на эту букву. Например, стоп. Например, борщ. То есть тот, кто называет последнее, тот выигрывает. Повторяться нельзя. Да, нужно постоянно говорить. С кого начнем? Тогда меняйтесь местами с Машей. Итак, первое блюдо. Бешбармак. Борщ. Баранинка запеченная. Баранина запеченная. Блины. Бум-бум-бум-бум. Не знаю, бухло. Ну почему нет? Его же тоже приготавливают. Бульон. Раз. Мамы нет. Пикланч. Безе. Правильно, безе.
Раз. Бананы, запеченные в шоколаде. Если мы сейчас так все будем запекать, мы тут с вами останемся до завтрашнего дня. Бисквит. Бавурсак. Что? Пироги? Пойди, я горячие не умею готовить. Булочки. Не я, это они подсказали, я просто услышала. Баклажаны с сыром, баклажаны с яйцом, баклажаны еще с чем-то, больше не называем. Брашка. Я поняла, кто хочет выпить или любит выпить. Зачет. Бутерброды. Да, почему нет? Да. Парни не называем, это тоже относится к бисквитам. Наверное, я проиграл. У меня закончились спиртные напитки. Бренди еще есть. Нет, напитки больше не называем. Нет. Бестроганов. Не было бестроганов. А. Наверное, я проиграл. Раз. Два. А поддерживаешь? Три. Провожаем Татьяну аплодисментами, дарим ей поощрительный подарок. Татьяна, не уходите. А вы пока думайте, думайте, пока думайте. Ваш. Б, Б, буква Б. Буква Б. Новой тут нет, буква Б. У тебя же там много букв. Для вас только буква Б. Раз. Да была уже. Болотная рыба. Принимаем болотную рыбу. Да? Ну ладно, принимаем. Рыбу больше не называть. Сейчас начнется болотный карась, болотная килька. Бифштекс. Бифштекс. Болоньез. Болоньез. Б. Батон! Батон. Ой. Хлебобулочные изделия больше не называем. Как это? А бублик? Вы сейчас тут начнете, я до утра с вами буду с буквой П стоять. Вам не поменяю. К другим. Надеюсь. После вас, думаю, уже никто не придет. Не, не поменяем. Да нет, я вредная. Давай, давай. Буква Б. Да ты не со мной спорь, а на букву Б думай, блюдо. Бекон. Бекон. Раз. Бараньи ребрышки. Боровики жареные. Нет. Это чего? Гриб. Грибы больше не называем. Ты сейчас начнется белый гриб. Боровичок. Маша. Маш. Раз. Два. Говори, а букву меняем. Да я не меняю вон букву. Три. Машу провожаем аплодисментами. Светлана, дайте мне на букву Б слово. На букву Б. Браво! Да. Блюдо. Блюдо. Брынза. Брынза! Браво, Светлана! Мы поздравляем победителем в этом конкурсе! Но мне нужны еще три девушки-женщины. Светлану награждаем. Светлана у нас победила. Еще три человека, которые желают принять участие в кулинарном конкурсе. Дети, вы точно справитесь? Да пойдемте, мы с вами быстрее закончим. Можно я у вас арбуз возьму? Кусочек можно? А то все едят, а я настаю. Потом у себя в Ютубе посмотри, Зина Гасанова, берешь? Ну что, давайте познакомимся. С Эладой мы знакомы, с Каролиной знакомы. Полина, у вас будет буква М. Вам нужно назвать блюдо на букву М. Начинаем с Каролины. Маршмеллоу. Мед. Мармелад. Мясо. Не подсказываем. Манник. Медведь. Блюдо из медведя? Да ладно, пусть будет блюдо из медведя.
короче, два черных, мутер, волка. Короче, манка. Газ. Манка, манты. Мясо. Газ, он мясо. Протезировали. А я у Виктора еще и коррекции делал. Коррегирующие все остальные. Мне так понравилось. Лагас такой смотрит, снимок такой. Да ну нахер, пусть это говно, короче, я у Виктора. Раз. Ладно, молоко. Молоко. А их двое, блядь. Там мелкие, маленькие. Они, короче, во Францию за продуктами ездят на выходные. Мелкие вообще все дорого. Там девишка, короче, 2,5. Добавляйте музыку погромче, чтобы было не слышно те, кто подсказывает. Масло. Масло. Было. Раз. Малина. Малина. Морозы. Морозы. Мороженое. Не знаешь? Я не знаю. Каролину мы провожаем. Дарим ей поощрительный подарок. Давай, звезда. Милка, шоколад, хорошо. Морс. Я говорю это. Разговариваю, как раз. Манник. Манник был 2. Манты! Манты были 3. Провожаем. Давай финальное слово. Малина уже была. Ну хорошо, малиновое варенье тоже подойдет. Поздравляем Полину и дарим ей подарок и громкие аплодисменты. А сейчас, знаете, ну все у нас женщины, женщины. А говорят, мужчины тоже вкусно готовят и хорошо готовят. Вам не кажется? Вы да, согласны, нет, что мужчины иногда готовят лучше женщин? У вас нет таких? А давайте проверим. Мне нужно 3 мужчины. Я нашла мужчин. Думаю, они мне не откажут. Вот мужчина один. Пойдемте, Сергей. Пойдемте. Пойдемте, Сергей. Как вашего напарника зовут? Сергей, как зовут вашего напарника? Костя, Костя. Константин? О, Константин Валерьевич. Я приглашаю вас. Вы же не можете мне отказать? Вот как здорово. Присоединяйтесь к Сергею. И мне нужен еще один мужчина. Вот мужчина, пойдемте со мной. Как хорошо, когда мужчина не отказывает, да? Вас как зовут? Александр. Присоединяйтесь к компании мужчин. Можно чуть-чуть уже убавить музыку. Я думаю, мужчинам подсказывать не будут. Смотрите, у вас будет 2 ингредиента. У вас не будет буквы, у вас будет 2 ингредиента. Это первый ингредиент. Что это? Картошка. И второй ингредиент у вас будет фарш. Вам нужно назвать блюдо, где присутствуют все 2 ингредиента. Это... Я даже не выговорю. Картопряники? Пряник. Что? Пряник. Короче, мне, в общем, незнакомо это слово, надо пополнять свои... Ну, в общем, я принимаю ваше слово, потому что я его выговорить не смогу. Картошка с фаршем. Картошка с фаршем. Пирог с картошкой с фаршем. Правильно. Фаршированная картошка фаршем. Почему нет? Сейчас мы тут будем точно надолго. Мясо по-французски. Фри. Да. Говори его, а мясо по-французски. А то мясо по-французски, да. По-французски мясо. Ну, хорошо, засчитаем, ладно. Драники с фаршем. С картошкой, да, правильно, почему нет? Казанки боб с фаршем. В следующий раз, когда у вас будет праздник, если вы вдруг пригласите нас, Константин, я хочу, чтобы вы приготовили блюдо и угостили нас вот то, что вы сейчас назвали. Он может, может. Ладно, хорошо, договорились? Ну все, договорились. Ну, картошка с фаршем. Фарш с картошкой. Нет, нифига не катит. Что там готовишь-то? Не помоете. Сергея мы провожаем аплодисментами. Он... Сергей, Сергей, подарок-то. Да вы что, все без подарков-то убегаете? В горшочке картошка с фаршем. А, в горшочке картошка с фаршем. А на противне запеченная картошка с фаршем. Ну это уже было, как мясо по-французски, просто картошка с фаршем. Тут просто на противне. И да, или в сковородке, скажем.
А вкусы различаются. Вы попробуйте. Валентин, вам тут подсказывают шаньга. Шаньга с картошкой с фаршем. Вареники с картошкой с фаршем. Да, вареники с картошкой с фаршем. Так, пирожки. Жареная картошка с фаршем. Да, жареной картошки не было, запеченная была, жареной не было. А, хорошо. Да, котлеты? Пюре. Котлеты с пюре. Что-то думала, что я с мужчинами быстрее расправлюсь. А, суп с картошкой и фрикадельками. Правильно, суп! Валентин, этого слова новое, не относящееся к картошке с фаршем. Так. Раз. Так. Два. Так. Три. Провожаем Константина аплодисментами. Константин, Константин, не уходите без подарка. Не уходи. Да. Балтика, он как раз почти картошки с фаршем. А на шампуре фарш и картошка. Да, люля-кебаб. Аплодисменты Александру и подарок. Чтобы у вас была вкусная картошка, вот вам масло для картошки. Молодец, Саша. Орешки люля-кебаб. Да я зря, наверное, отпустила мужчин, но давайте возьмем других. Мне нужно... Три сильных мужчины. Три. Три мужчины. 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 Ну вы что, все скромно? Идти за вами, что ли? Ну ладно, я ж не гордая, пойду за мужчиной. Меня прости. Здравствуйте. Могу трусной размажет, я выключаю свет. Хоть с вами познакомимся, вас как зовут? Володя. Володя, пойдемте с нами поиграем. Проходите. Здрасте. Как дела? Как настроение? Нормально. Хорошее настроение. Все хорошо. Я чуть не... О, классно. Ну я с вами там познакомлюсь. Ну вы тоже пойдемте со мной. Ну как хорошо, когда не отказывают. Один сам соглашается, двое не отказывают. Это же вообще хорошо. Прошу вас сюда на площадку. Трое мне надо. Трое. Итак, Владимир. Аплодисменты Владимиру. Вас как зовут? Антон. Аплодисменты Антону и Сергею. На улице ловил. Ну что такие грустные? Так громче, поддерживайте мужчин. Смотрите, я вам даю каждому по полотенцу. Здравствуй, дорогая, как ты? Нормально все? Вам нужно по моей команде завязать на полотенце как можно больше узлов. Да ты что? По моей команде. Вообще болит ухо. То есть как только я скажу стоп, либо кто первый уже там все навязался, говорит стоп, и мы останавливаемся. Ну что, готовы? И тогда поехали! Как можно больше узлов на полотенце. Классно, я думаю, что мы тут посчитаем. Да? Раз, два, три, много, и у вас много. А вы думаете, что это все? Нет, на самом деле это не все. То есть вы свое полотенце отдавайте соседу. Вы сюда, а вы сюда. Знаете, в чем за... Стоп! Ваша задача развязать как можно быстрее полотенце. Стоп! Тот, кто развяжет первый и выигрывает. Приготовились? Куда? 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 Обратно. Завязываем. Ну что, готовы? Да, старт. Внимание. Марш! А вы поддерживайте. Давайте, быстрее, ребята! А, молодец! Владимир, не зря я к вам первому подошла, да? Давайте развязываем. Владимир, первый, Антон, второй. Группа, поддерживайте! А просто не повезло чуть-чуть. Сергей, третий. Мы оставим вам полотенце и провожаем вас. А Владимиру дарим подарок. Полотенце. Главный приз. Как самому полотенце. Резвому. Вас провожаем всех аплодисментами.
Владимир за ним пойдет в баньку. Провожаем вас аплодисментами. Пять узлов, и зуб не выпал. Пять узлов. Заболел. Сергей, я вам показывал, что это уголки завязать, а потом уже основной взять. Да, вот этот и тот, на тот, наверное, не освободить. Уголок-то завязать можно? Сейчас смотрите, мне нужно две команды по 5-6 человек. Галкина! Жители Галкина! Алло, я тут! Мне нужно две команды по 5-6 человек. Проблем, вставайте по левую руку. У нас только жителей нету, деревни. Вставайте две команды по 5 человек. Все будет очень легко и просто. Две команды по 5 человек. Пожалуйста, Полин, давай туда. Мы сюда. Пойдемте, пойдемте. Там молодежь. Ничего, что? Ничего страшного. У них там они. Там нагибаться не надо? Нет. Нет, не надо ничего такого делать. У вас вообще все легко и просто. А стол они выставили. Здесь три. Здесь три. Давайте еще хотя бы по одному два человека. Зиночка, пойдем. Не-не, я снимаю, потом вы на себя все будете все смотреть. Так, замечательно. Все, надо мне еще одного человека. Можно я нам? Поснимаю. Нет. Давай твой телефон нет подержу. Нет. Мама? Нет. Мама к вам присоединится. Меня нет. Есть кто у нас еще поддержит команду женщин? Женщины. А вот девочка, Саша. Саша, у тебя девочка. Да как девочка? Как девочку зовут? Татьяна, пойдем. Вот молодец. Пойдемте, Татьяна. Девочка, Татьяна. Ну вот у нас получается две команды по 4 человека. Смотрите. Вот ваша рабочая поверхность. Подходите сюда. Это ваш стол. Сейчас мы вам раздаем инвентарь. У каждого все одинаковое. Вам нужно ничего не трогаем. Ничего не трогаем. Не трогаем ничего. Вам нужно по моей команде создать дух урожая. У вас есть скотч, у вас есть шпажки. Почему? Вы сейчас по моей команде все будете доставать. У вас есть скотч, у вас есть ножницы, у вас есть шпажки. По моей команде вы должны создать дух урожая. Побеждает та команда, которая сделает это быстрее. И будем оценивать мы с вами, зрители. Ну что, готовы? На старт. Внимание. Поехали! Вам нужно использовать все, что есть в коробке. У вас не должно не остаться ничего. Могут остаться шпажки, скотч и ножницы. Все остальное у вас должно быть задействовано. Я и так хочу согреть тепло, о, белые розы. Я согласна, я еще не забудьте придумать название своему духу. Придумали уже название? Почему? Это нос, что ли? Простите, можно я сразу поинтересуюсь, пока вы делаете? Это что? Полет фантазии. Полет фантазии. Вопросов нет. Мне нравится ваш полет фантазии. Я не буду голосовать. А то иначе я отдам приз вам. Так ноги надо, ноги. Ноги название, ноги вот уже есть. Название, ноги. Нет, так вот.
Веселое настроение будет название. А какой проще это? Девочку. Да оставьте, оставьте, это самый смак. Вот тут пусть будет девочка, а там мальчик. Ё-моё. Нет, ну вы можете его как-нибудь вот так положить. А так положить? Ну почему нет же, у вас же мальчик. А мы делаем очень прикрепить его, мама, делаем. Вот всегда так, почему-то в одной команде есть вот такой персонаж. А у него двойные руки. А название это что, девчонки? Название этому принцу придумайте. Принц Галкинский. О, точно. Так, ну что, раз. Ну как это нет? Команда уже одна готова, поэтому мы не можем ждать две команды. Что получилось, то получилось. Я считаю, до пяти и останавливаю. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп, игра. Ой, я давно так не говорила эту фразу, стоп, игра. Ну что? Детей до 18. Конкурс для детей до и после 18. Ну что, мы представляем вашему вниманию, уважаемые жители села, первого Ладно, меня персонажа. Смотри. Каролина. Села Галкина. Как название? Галкинский принц. Ваши аплодисменты, Галкинский. Браво! Молодцы, девчонки! Молодцы! Теперь мы приветствуем вторую девочку. Это девочка, я думаю. Красавица, да? Красотка! Так, наши девочки. Девушка мечты. Девушка мечты. Я думаю, что Галкинский принц и девушка мечты, они встретятся, и у них будет прям любовь. Ну что, я думаю, никто не обидится, так как первая команда с Галкинским принцем были первыми, то мы первое место отдадим им. Да ладно! Нет, они против, поэтому мы наградим за первое место вот эту милую принцессу. Мы награждаем всех участников призами. Благодарим вас за участие в конкурсе. Нет, не разбирайте, пусть эта красота остается у вас. Каролина! Надо сфоткать. А он пока переворачивает. А не может им так нравиться. Ох, какая. Никто не хотел идти, а сейчас прям такая бурное обсуждение красавчиков. Спасибо. Я так понимаю, все это они встретились. Замечательно. Ну что? Давайте с вами последний финальный конкурс проведем. Я вижу, вы уже чуть-чуть приутомились. Хочется вам уже поговорить, пообсуждать. Мне нужно две команды. Давайте по пять хотя бы человек. Есть желающие. Ничего сложного. Пойдем, конечно, Полина. Светлана, пойдемте. Выстраиваемся в одну линию. В одну линию выстраиваемся. Дайте мне 10 человек. Мужчин, пойдемте. Пойдемте, Константин. Мы пить будем. Да потом успеете попить. Последние конкурсы я замолчу. Не надо. Каролина, пойдем. В одну линию выстраиваемся. Да не бойтесь, здесь честно ничего сложного нет. Правда, пойдемте. Нет, ничего сложного нет. В одну линию красиво выстраиваемся. Еще мне нужно. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, не стесняйтесь. Ты любовь моя. Да. Я назову планету. Я все знаю. Да и что? И что? Так это вы знаете. Так это вы знаете. Вы же не знаете, что я придумала.
Пойдемте, пойдемте, Александр, пойдемте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще мне надо одного. Так он разговаривает. Здравствуйте. Извините, что я прервала ваш разговор. Пойдемте со мной. Ой, вот видишь, как он сразу, ой. Как хорошо. Потеряли пацана. Не знаю, уже в тему. Ну что, уже поменяли. Ну ладно. Ну что, ваша первая задача — рассчитаться на первый, второй. Второй. Сейчас первые номера делают шаг вперед. Все, у нас по 5 человек, правильно? Правильно. Итак, сейчас получается, первые номера встают по левую сторону, правые номера стоят, вторые номера встают по правую сторону. Молодцы. Итак, у нас есть с вами две команды. Вам нужно придумать за короткий промежуток времени название и девиз вашей команды. Начали. Кто готов, говорит, мы готовы. Дискотеку, чтобы вспомнить юность свою былую, где играет мой бульбек. Ну что, готовы? Да, мы готовы. Молодцы, стоп. Музыку вообще убавляем. Итак, ваша команда. Колчата, потому что деревня Галкина. Ваш девиз. Колчата — лучшие ребята. Аплодисменты Галчата. Ну что, готовы? Ну что, ваше название, ваша команда? Неизвестный, ваш девиз. Никогда не унывай, все время побеждай. Аплодисменты команде «Неизвестные». Аплодисменты команде Галчата. Галчата мне почему-то хочется сказать. Ну что, готовы? Смотря что. Ладно, хоть интересуетесь. Итак, ваша первое задание. Построиться от А до Я по имени, где А вот здесь, Я там. Начали. От А до Я. От А до Я. Раз. Два. Три. Стоп. Проверяем. Александр. Александр. Аплодисменты Галчатам. Аплодисменты неизвестны. Ваше задание второе. Построиться по размеру обуви. От маленького к большому. От маленького к большому. Поехали. Стоп! Проверяем. Седьмой. Молодцы, проверяем. 32. Дальше проверять не будем. В этом конкурсе побеждают неизвестные. Так, приготовились дальше. Сейчас вам нужно по длине волос. От коротких к длинным. От коротких к длинным. Поехали. Стоп. Ну что, правильно построились? Аплодисменты. Куда? Куда? Ага, бабушка тут, наверное, говорит, что что-то тут неладно. Что неладно? Какие волосы у нее? У Полины длиннее. Поэтому в этом конкурсе побеждает команда Галчат. 1-1. Так, следующее задание. Вам нужно построиться по номеру дома. От маленького к большому. От маленькому к большому. Поехали! Номер
Стоп! Остановились, где стоим, там и стоим, больше не передвигаемся. Не передвигаемся. Не передвигаемся. 26. 38. Молодцы, неизвестные. Проверяем. Тройка. 16. 16. 29. Мне кажется, 40. 40. Молодцы. Счет. 1-1. Сейчас вам нужно построить самолет. О! Поехали. Строим самолет. Нужно сфотографировать наши самолетики. Так, команда неизвестных готовы, поэтому счет 2-1. Но мы фотографируем самолетики. Молодцы! Стоп! Теперь вам нужно построить башню. Строим башню! Рита Фелене, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине. Команда «Галчат» готовы, поэтому счет 2-2. Команда «Браво, молодцы!» готовы. И последнее задание. Вам нужно написать слово «село». Из ваших рук тем написать слово «село». Деревня не получится, потому что вас мало. Поэтому пишем село. Не забывайте, что вы пишете на скорость. Я кафе Дерико Фелене. Дайте Оскар. Команда неизвестных готова. Правильно, вот получается 3-2. Галчата, ладно уже, все, не ложитесь, давайте. Все уже. В данном конкурсе у нас побеждает команда «Неизвестные». Молодцы! Мы благодарим команду «Галчат», вы были молодцы. Но победила, говорят наши гости, дружба. У нас нет проигравших, у нас есть все победители. Награждаем вас призами. Получайте ваш подарок. Федерико Феллини, дайте Оскар этой богине. Да, вот, наверное. 2,5 часа на стенах. Ну что, уважаемые жители, мы поздравляем вас с праздником. Желаем вам хорошего настроения. Наша развлекательная концертная программа подошла к концу. Сейчас печально. Свободное общение. Наслаждайтесь, угощайтесь. Спасибо вам, девчонки. Выпивайте. Да. Всего вам самого хорошего. До свидания. Черемуху белую. Давайте зафиналим черемухой белой. Давай, дорогая. Да, сейчас спою. Распустилась черемуха, нарядилась невестою, на душе неспокойно там, не найду себя.
Напишу я черемухе, чтобы... Давайте танцевать! Последний финал! Ах вы, ночи весенние, да чего же хорошие! Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала! Давайте танцевать! Чуть качается от любви, словно пьяная. Ах, черемуха белая, голова раскудрявая, а любовь скороспелая отцветет и забудется. Мне сейчас хорошо с тобой, а потом будь что сбудется. Давайте, молодцы! Черемуха белая, сколько бед ты наделала, ах, любовь твоя спелая, сумасшедшей была ароматом дурмана. Молодцы! Только сердце поранило, я ведь знала заранее, это только игра. Ну все, это уже завершающий момент. Вот так и практически, можно сказать, так прошел день нашего села. Но продолжение банкета, конечно, еще будет, так как все односельчане все равно будут отмечать, будут еще долго тут сидеть. Так что вот жители, вот наши жители деревни. Все на рыбалку, мальчики, девочки. Думала, загадала милого, целовала Марья коса, длинная коса. Только и все, что было молодцу, подарила Кали глаза. Слезы роса. Ой, губа, смотри, не за Ольга, лада.
завершение. Так что всем пока.